страшный. А ты тоже? А ты кто вообще? Твоя племянница. Василиса? Ничего ты вымахала, а? Мама сказала, что ты теперь будешь помогать мне делать уроки. Чего? Понятно. Леха, обрыган обоссанный. Ты что-то крикнула? Нет. Точно? Точно. Ну, я тоже слышала. А что ты слышала? Плохие слова. Мама их запрещает говорить. А кто их тогда говорил? Это гномик-матершинник. Ну ты тогда этому гномику-матершиннику передай, что я в следующий раз ему так по жопе надаю, будет знать, как материться. Это ты сейчас типа угрожаешь ему, но на самом деле говоришь мне? Да. Я скажу маме, что ты меня бил. А я тебя еще не бил? А я скажу, что бил. Вот так вот буду говорить. Мамочка, он меня ударил, мне так больно. Слышь ты, сопля, я вот тебе в няньки не нанимался, понятно? Можно подумать, я с тобой хотела сидеть. Ну и все тогда. Ну и все. Ну, точно, абраган.